Здравствуйте, меня зовут Андрей Иванов, и я расскажу вам, как на яхте, не имея визы, посетить нужный вам город или государство. Если вы хотите посетить какой-то город или государство, а у вас нет визы, в этом вам поможет яхтинг. Дело в том, что по международным морским законам вы можете провести в любом порту любого государства 3 дня. Это нужно для того, чтобы вы могли укрыться от непогоды или получить еду, воду или провести ремонт. Ввиду того, что все подобные вещи, как магазин, почта или какие-то ремонтные базы, находятся не только в порту, вам позволяется быть в окрестностях этого города. Иногда подобное разрешение даже распространяется на соседние города. Таким образом, пользуясь морскими законами, вы прибываете в порт и свободно проводите здесь 3 дня, путешествуя по местным красотам, открывайте новые горизонты. До встречи!